Всем привет, Притутуб, солнечная Италия на проводе. На мне сегодня костюмчик от Zara. Вот я всегда говорила, что мне Zara не нравится. Многие писали, не, ну как это, что Zara, это классно. Не, ну там есть какие-то вещи, можно найти какие-то вещи симпатичные, я ничего не говорю. Но в принципе, мне Zara не нравится. Там бывает такой ширпотреб, который даже не выкинут на просторы базара. На базаре, где я хожу, снимаю иногда, на итальянском базаре. И то не увидишь такого, что иногда найдешь в Заре. Там иногда такое что-то будет. Я сегодня встала, уже оделась. Поменяла постель. Не стала снимать, как я меняю постель. Потому что я каждый четверг меняю постельное белье. Встала, поменяла постель. Сегодня фантазия вот такая вот. Мои подушки одно и то же. Да, мои подушки купила на Амазоне за недорого. Атласные. Я поменяла вот на такие вот. На такую вот сегодня фантазию, вот на такое вот постельное белье. Поменяла, убрала одеяло. Сейчас у меня закончится машинка с моим постельным бельем. И я быстренько простерну одеяло. Ну, оно не грязное, ничего. Я его на 15-минутной стирке полоскну, потому что у меня коты. И все. А как по-другому? Только так. Все, у меня чистенько. Девочки, я знаю, но это болезнь, знаешь, что делать? Вот, так что одеяло, коробку я выкинуть не могу, потому что сестре посылку потом буду собирать, и мне эта коробка нужна, я ее, наверное, потом уберу в кровать, если там есть место. Вот, и сейчас у меня закончится стирать постельное белье, и я это самое простерну. Я мыла пол, поднимала здесь. Что, девчонки, настолько жарко, что все, я вот так вот взяла, положила это покрывало. Потому что ночью укрываться невозможно. Постель меняешь, потом не от того, что она грязная, а от того, что ну, жарко, реально жарко. Ну, что я вам рассказываю? Я читала комментарии. Лучше бы кондиционер себе купила. Обогревалась бы теплом зимой. Зачем мне обогреваться зимой теплом, если я зимой включаю батарею? Я не могу понять. У меня батареи вообще-то зимой есть. Есть батарейки зимой, я включаю. Ой, гирлянду как свою я не разобрала, девочки. Вот этот стол, на него складывается. Зачем оно надо, я не знаю. За стол мне больше не отвечал человек. Так, что я сделаю? Значит, одеяло сейчас отнесу в коридор. Посмотрим, если есть место в кровати для коробки. Чтобы коробку убрать. Какой у меня порядочек. И что, я что, неужели неприятно, когда все сложено? А? Ну, неужели неприятно, когда все сложено? Кстати, вот под эти бы кроссы классное было, то с Микки Маусом одеяло. Вот куда мне сейчас его запихать, эту коробку? Что у меня там, а ну-ка? Что у меня тут? Коробка мне нужна, потом... А, там как раз место свободное. Это подушки, на них надо наволочки. Маленькие такие декоративные. Опа! Закроется. Потому что мне потом с коробками проблема. Это кто-то что-то заказывал на Амазоне, видно, с нашего дома. И выставили, коробка чистая, все. И я ее забрала. Потому что мне потом коробка нужна будет. Я ее взяла. Ну, в кровать поставлю, потом сестре буду передавать посылку. Сестра с меня ругала. Марина, нафига? Столько килограмм. Я говорю, Лена, я даже не разговаривать не хочу на эту тему. Я терпеть не могу. Главное, что от чистого сердца. Опа. Все нормально. Так, одеяло на простирочку. Постирнуть его быстро от котиков. Артист хотел выкинуть эту пачку. А потом как-то Кири мы ее одевали на карнавал. Это Софиина. Софиина, по-моему, пачка, когда она занималась танцами. Нет. Артист постирал. Решил ее попробовать прогладить. Возможно, она встанет для костюмов на будущее. И здесь у меня мои брюки лежат, девочки. Заставьте мне их выкинуть. Это все на глажку. Да, у меня вещи лежат на глазку. Я не открывала этот самый и не бросила туда. Ладно, потом. Все. Я уже оделась. Специально для того, чтобы я хочу заняться сегодня своей дверью. Боже, какая красивая женщина. Вот это вот мне бы еще здесь поснимать, потому что сюда я вешаю сарафаны. От того, чтобы платье не помялось. У меня висит вот этот сарафан, он у меня, допустим, висит здесь. Чтобы не этот... Не было перегибов. Другие сарафаны не стираю. Так, ну что. Кстати, это тоже на стирку у меня. Пол досыхает. Я хочу заняться сегодня дверью. У меня дверь страшная. Ну что, будем это сама. Ну вот, заровский костюмчик. Сейчас я волосы завяжу. Потому что я сейчас пойду. Ой, сегодня протирала пол.
Ну и дверь открыла, чтобы быстрее сохло, да. Протирала пол, ну, везде протирала пол. И спускается сосед. Блин, рука поломана в предплечье. Я говорю, как ты? Он говорит, упал, говорит. Ну, там, упал, говорит, с велика. Я говорю, ну, надо же как-то поаккуратнее. Вот. Пользовалась вчера вечером, намазала сегодня утро. Вроде лучше кожица. Но, опять же, здесь для того, чтобы не трескались пятки. А я брала, чтобы вообще вот просто как-то смягчить. Убрать какие-то затоптыши. У меня сами по себе такие. Что вы там написали, что... Так. Так, мне надо здесь вот разобраться в этих кремах. От того, что у меня нет комода в моей комнате, все это валяется. Здесь стоит. Так, я не поняла. Женщина, вы что, не видите, какие у вас руки, как у бабки 80-летней, все в жилах? У меня не жилы, у меня мышцы. И каждый бы в таком возрасте такие мышцы. У меня нигде ничего не висит. Где? Что? Что? А, где? У меня сами по себе жилистые ноги, это мышцы. Где? Где что-то лишнее? Где? Ничего не висит, нигде ничего не трусится. Где? Это мышцы. Это не этот самый. Не старая бабка. Я специально не худею, я не сижу на диетах специально. Я просто сидела на интервалке, чтобы у меня верх живота ушел. И в принципе я его добилась, у меня верх живота ушел, он у меня стоял здесь. У меня такая фигура, что у меня поправляется единственное, что это живот, все. У меня не поправляется грудь, у меня не поправляется попа, у меня поправляется только живот. Все. Где? Вот, знаете, вот, чтобы вот не писали, честно я говорю, вот не трогайте мои ноги и руки. Это не потому, что бабка какая-то старая. Это все в мышцах, это все подтянуто. Я не вижу этих проблем, как вы видите на видео. Хорошо я выгляжу. Хороший костюмчик из Zara. Хороший костюмчик заниматься домашними делами, я не знаю, там еще что-то. На море поехать хороший костюмчик. Я же его не покупала, этот костюм, для того, чтобы поехать в город. И то, если бы я села в машину, мы где-то бы остановились бы в горах есть, я бы в нем вышла. Нормальный хороший костюм, в хорошем состоянии. Здесь я сама вырезала, этот вырез делала. Мне сегодня, кстати, София с утра звонила, говорит, мам, говорит, я сегодня делать ногти ходила, а говорит, и говорит, вышла в этот, зашла, говорит, в Зару, говорит, скидок вообще нет. Я говорю, как нет? Я вчера там была, говорю, там все со скидками, она говорит, может, там убрали все? Я говорю, может, ты просто то, что тебе хотелось бы? Нет, там все новая коллекция, я говорю, не знаю. Мне пришло смс-ка на телефон, на почту, мне пришла смс-ка, что спасибо вам за ваш заказ, и написали, что в четверг будет готово. Сейчас же покажу, сейчас же не поверят. Девочки мне звонят, девочки, вы мне звоните, я вижу, но у меня нет на вас сейчас времени, я прошу прощения, я вижу, там поймут, кто мне звонит, я как белка в колесе, у меня есть такие дни разгрузочные, где я могу там себе посвятить, поваляться, еще что-то, есть такие, что это, вот, смотрите, пожалуйста, Zara, скажу, что я придумала, вот. Zara написала, спасибо ваш за ваш этот самый. И написали, что в четверг придет ваш заказ. Они мне так и сказали в магазине, что заказ должен прийти в четверг. Это должен. Говорит, не могу дать гарантии, говорит, но должен. То есть, в принципе, как они и говорили, что должен прийти. Так вот. В четверг туда поеду, как раз в центре. Я сегодня должна быть в центре, посмотрю сейчас по времени, если у меня получится. У меня еще на повестке дня сегодня сделать капусточку цветную. Сварить ее, у меня осталось 2 яйца, сделать ее в футляре. Вот, и сейчас, наверное, поставлю Саше картошку вариться на обед. А сколько у меня там, блин, я думала, у меня больше картошки. Ну ладно, хоть эту поставлю вариться. Я вчера заглянула и заглянула плохо. Я заглянула посмотреть, осталась ли она. И заглянула плохо, ерунда. И все. Сейчас поставлю тогда Саше это самое. Вывешивать белье я сейчас не буду. Потому что на улицу голову не высунешь. Я белье буду, и оно выгорит. Постельное мое. Я его вывешу, когда уже спадет жара. Во второй половине дня. Сейчас простерну быстренько на 15-минутной стирке свою покрывало и уберу его. Ну, это только так, только потому что котики спали там, как оно чистит. Там буквально его просто простернуть. Кошка берет игрушку в рот и таскает эту игрушку и мяукает.
Я читала ваши комментарии. Кто придумывает за меня того, чего нет, еще раз говорю, не обижайтесь на меня. Я вас баню. Потому что вы врете, вы говорите то, вы называете суммы, вы мне приписываете что-то, того, чего нет. Мне это не надо, 300 лет. Потому что есть там такие, которые только этого и ждут. Поэтому давайте как-то дружить с вами. Все. Девчонки, что я? Я вчера подкупила себе, вон, ходит игрушка эта и носит ее. Я вчера подкупила вот такое вот масло. Возьму чистую тряпочку, выделю. И мне надо дверь сначала помыть окно на входной двери, убрать свой коврик. Он страшный, неудачный, на него все цепляется. Жалею, что старый свой выкинул, он у меня хороший был. В общем, выкину сегодня коврик этот, купить коврики здесь так, чтобы вышел, пошел, купил. У меня нет возможности, тогда надо ехать только в Carrefour. Ну, на том же велике можно было бы съездить, но я, естественно, не поеду за одним ковриком. Взяла маслице, натереть дверь, сначала ее помою, потом я ее натру. И по идее... У бабушки, у которых ставни сделаны из дерева, мы натирали или маслом, просто там есть специальное масло, прям сильно натирали с самого утра, и оно прямо, Светочка звонит, мне сейчас не могу ответить. Светочка, я сейчас видео снимаю, я тебе перезвоню. Вот, я сегодня утром не звонила, она мне не ответила. И мы прям натирали там прям хорошо, чтобы дерево в себя впихало все масло, чтобы оно прям это задышало. И я хочу дверь смазать, чтобы оно цвет свой приобрело. После того, как делали ремонт, двери не мылись. Это я вам сейчас говорю, там еще за 2 года назад. И я хочу попробовать этой штучкой начистить свои ручечки, чтобы они были желтенькие. Не знаю, если у меня получится. Я приготовлю перчаточки. Вот, и... Пойду в перчаточках, достану стремяночку, помою, чтобы аккуратненько были двери. Снесу вниз горшок, потому что в горшке у меня там раньше цветы стояли. Стояла прекрасная красивая лиана, которую со скидкой брала здесь рядом в магазине. И что-то как-то она у меня подвяла, я думаю, я ее залила. Вот, и я ее уберу, потому что там как бы цветка сейчас нету, пока не стоит. Если что, потом достану. А сейчас пока снесу его, поставлю в подвальное помещение. Все, девочки, вот мой костюмчик Зара. Я не знаю, кто там что придумывает. Мне кажется, что я очень даже хорошо выгляжу. Никакой там нету старости. Кто мне там что-то приписывает, что какая-то у меня там старость, страшная рука и страшная нога. Не страшная ни рука, не страшная нога. Симпатичная женщина. Да, девочки.